Премьера на национальном телевидении. Смотрите 29 апреля в 20 часов программу «Бумеранг» с Натальей Володиной. Вы узнаете, почему сердечно-сосудистые заболевания во всем мире занимают первое место. Каким образом в Чувашии удалось спасти от смерти более 10 тысяч человек, а также о том, как можно снизить риск возникновения этих болезней. Гости второй программы – главные специалисты кардиологии Минздравсоцразвития Чувашии Татьяна Мизурова и Альбина Тимукова.